Устройство, которое делает объекты невидимыми, долго существовало лишь в воображении ученых и писателей-фантастов. И вот плащ-невидимка наконец-то создан. Его разработчик, сингапурский физик Байлай Джан, утверждает, что изобрел его ради забавы. Однако потенциал аппарата огромен. Автор изобретения иронизирует: вы можете объедаться и не беспокоиться, что приобретете габариты тюленя. Вам больше не понадобится бороться за место в переполненном автобусе или поезде, просто сядьте кому-нибудь на колени. Подробную информацию об этой новинке, а также о том, что Пентагон уже заинтересован в его приобретении, читайте в свежем номере Times.